ванная. Вот, входите. Она сказала... Я была почти до последнего там. Знаете, мы все время думали, что что-то определится, что-то закончится. Ну, как все. Думаю, что вот туда-сюда ездить. Я из посад Покровского. Вот она. Не бомбили, только были обстрелы. Вот, обстрелы. Но там же нет сирены в селе. Просто начинается обстрел. Иногда просто такая группа залпов идет. Но самое тяжелое, это когда, когда летят мины вместе со снарядами. Они свистят. Я кормила кошек. У меня 40 штук кошек бездомных, потому что они уехали хозяева, а их же жалко. Вот. Ну, в общем, там солдаты украинские нам помогали, то есть давали продукты. Как только летит снаряд с мины, идет такой свист какой-то, такой характерный. И они вот, они уже привыкли. Так же, как и мы, не обращают внимания. Но когда он должен близко взорваться, они сразу в подвал. Фьюх! Все. Конечно, это не дом. Вот наше место. Здесь, видите, везде дети спали раньше. И для них вот такие двухэтажные кроватки. Сейчас два человека. Мы вдвоем сейчас. Ну, здесь есть палаты полностью закрытые, забитые. Потому что там семьи живут. Ну, мы не жалуемся, потому что, слава Богу, чисто нас кормят, дежурят все по очереди, в общем, порядок. Сандровка, посад Покровка.